Мои приветствия, дамы и господа, у микрофона Риверс, и мы продолжаем проходить CSC Tiberium Wars. У нас осталась предпоследняя миссия и последняя миссия. То есть две миссии за ГСБ, мы с вами находимся в пятом акте, итальянская красная зона. У нас миссия «Время», поехали. Господи, надеюсь, это наше последнее задание. Ладно, расклад такой. Вышка пришельцев расположена недалеко от развалин Рима. По нашим данным, она уже почти достроена. Кроме того, пришельцы строят рядом нечто вроде супероружия. Но об этом можете не беспокоиться. Сосредоточьтесь на вышке. Она окружена каким-то защитным полем. Мы предполагаем, что поле можно снять, уничтожив три генератора вокруг вышки. Когда поле исчезнет, башня станет уязвимой, и мы сможем нанести удар ионным орудием. Удачи вам! Ну, спасибо. Поехали, поехали. Пора войти в красную зону и разобраться с вышками, которые строят пришельцы. Командование прямо-таки жаждет узнать, зачем нужны эти штуки. Вряд ли для чего-то хорошего. Вы пойдете первым, цель вышки в районе Рима. Высадитесь в итальянской красной зоне и постройте базу на Большой Тибериевым провалом. Этот провал послужит вам естественной защитой. Переправляйте через него войска, используя ранцевые двигатели и транспортную авиацию. По данным сканирования, в районе есть несколько пространственных аномалий, скоро там будет полно пришельцев. К тому же на северо-западе обосновались наши друзья из НОД. Учитывая недавние события, от них можно ожидать чего угодно. В общем, ситуация полный дурдом, который ухудшается с каждой минутой. Ну, поехали. Доступны новые постройки. Строится. Приостановлено. Отмена. Строится. Устанавливаю видеосвязь. Внимание! Мы не можем уничтожить вышку, пока ее защищают генераторы. Уничтожьте их, а потом разнесите вышку из ионного орудия. Строительство завершено. Поступило сообщение. В настоящий момент вышку пришельцев защищает несколько генераторов. Их следует уничтожить. О, генераторы, мы сможем уничтожить. О, какая красота. Пришельцев. Вам следует атаковать и уничтожить ее. Красотища какая. Строительство завершено. Данные обновлены. Развернуть невозможно. Доступны новые постройки. Строится. Строится. Строительство завершено. Строительство завершено. Что за те элитоны? Доступны новые постройки. На базу на... Строительство завершено. Строится. Строится. Что сделать? Вы назвали? Строительство завершено. Строится. Строится. Строительство завершено. Обнаружен противник. Строительство завершено. Строительство завершено. На базу на там. Доступны все постройки. Только как? Ремонт. БТР будет готов. Доступны новые постройки. Подготовка. Войска пришельцев телепортировались через ущелье. Верно. Мы в первую готовы. Бейте! Верно. Я засек их! Держись! Строится. Строится. Так, ну засиживаться нам тоже не стоит. Строительство завершено. Подготовка. Строительство завершено. Обнаружен вражеский командос. Новое задание. Доступный новый манипулятор чужих телепортирует вражеские войска через ущелье. Уничтожьте манипулятор. Это его командос, да? А нет. Строится. Соберем Тиберий. Сейчас погрузим. Винтовки к бою. Мы уже прибыли.
Ну, про развалы большие. По идее, должно быть богатое месторождение, по идее. Сразу гаус даем. И нам нужны... как их там? Часа... Наши самолеты нужны нам, чтобы убить этого командоса. Боюсь, мать. Ястребы, погнали. Ястребы, ястребы. Нужны ястребы. Строительство завершено. Развернуть невозможно. Так, энергию давай сразу сюда. Опа. Ястреб, к бою готов. Нужен вражеский командос. Недостаточно средств. Войска пришельцев телепортировались через ущелье. Паничка какой-то, что ли? Он только что делал. Поймешь его. Ястреб, к бою готов. Попробуем двух ястребов послать или как? Страшно связи. Отряд смена, идем. Время, время. Ястреб, к бою готов. Так, я на всякий случай дождусь четвертого ястреба. Я не знаю, насколько крут этот команда с ихней. Погнали. Пробуем через сейф сыграть. Отряд смена. Сначала раскидаем то, что все охраняет. Потом все остальное. Бомбы готовы. Так точно. Отлично. Отлично, часовые сделали свою работу. Молодцы. Откроем то, что нам надо. Господи, эти осы меня пугают. Давай, иди сюда, уважаемый. Строительство завершено. Строительство завершено. Что у вас на уме? Укажите цель. Готовимся к высадке. Тормозите за мной. Давай, девочка, давай, торопись. Отряд смена. Команда в сборе. Что сделать? Обнаружен противник. Развернуть невозможно. Что приказом? Строится. Строится. Бульдог! Где они? Что дальше? Отряд смена! Объект атакуют. Строительство завершено. На базу напали. Так, у них тут своя война, да? О, чего-моё! Да это вообще неожиданно тут было. Массовое истребление пошло, блин, да? Мне повредил ничего, я ничего не повредил. Так, подготовка. Часовые сюда, подготовка. Мамонты поехали. Строится. Так, еще войска, там нодовцы с ними воюют, так что нормально. Строительство завершено. Подготовка. Ястреб, к бою готов. Обнаружен противник. Служит всем, все к бою готовы. Комбайн атакует. Укажите цель. Служит всем, все к бою готовы. Аккуратнее с ним.
Некогда отдыхать. Так, тут уже я опустошил Тиберий. Это печально. По идее, порезпается сейчас. Тебе надо починить немножко. И здесь тоже начинает душить, смотри-ка, а. Ионку поставим. Ионка, ионка, давай сюда. Мамонт готов. Строительство завершено. Обнаружен противник. Развернуть невозможно. Побольше надо. То сейчас, мне кажется, я ионку поставлю, у меня тут все вырубит нафиг. Не-не-не, я не буду вам мешать, развлекайтесь. Не-не-не, ни в коем случае. Потерян? Я еще один построю. Мне не трудно. Обнаружено новое супероружие пришельцев. Ионная пушка не сможет нанести удар по вышке, пока не уничтожены генераторы. Сейчас пришельцы строят дезинтегратор. Такое же уничтожил наших разведчиков. Они не должны закончить работу. Окей. Пойдем мамонтами. Зарешаем. И теперь нодовцы меня тут начинают докучать. Это кто только что сказал? Да что ж ты пристал-то, а? Тебя вон с пришельцами война идет, оставь меня в покое. О, отлично. Вроде как пока на меня не согрелся еще. О, спасибо, нодовцы, помогайте мне. Я вам благодарен. Я немножко затупил, и что мне надо? Нам нужны грейды. Нам нужно все. Больше вышек, побольше. Нужно больше мамонтов. Ты что тут делаешь? Подготовка. Снайпер.
Блин, чем-то напоминает юнита из Старкрафта, блин, авианосец. Такая же тема. Че, можем потихоньку выдвигаться, я так понимаю. У нас, конечно, очень мало. Очень мало пока ракетчиков. Больше, чем ожидается. Точнее, мало, чем ожидается. Нифига он тут напризывал, конечно. Слышь, Нот, помоги. Но я мамонтов растерял, конечно. Так, тут сбили. Хорошо. Фига он там добывает, а? Смотрите, какой чертяка. Еще один портал я вижу. Пускай они развлекаются пока, ноды. Отлично, тут разнесли. Да капец, у него тут мародеров лежит, конечно. Блин, я бы ему, конечно, тут разнес бы. Вместо того, чтобы войска отдавать, я, наверное, лучше бы разнес бы ему и вонным орудием его этих роботов. Вот капец. Сейчас я буду расплачиваться за это. За этот косяк. Теперь он полностью мне время уделяет. Может, сюда ему вшатнуть? А сюда ему вшатнем? На тебе. Ресурсов, конечно, у него тут бомба. Все спокойно. Уже летим. Укажите маршрут. Новый цель. К бою готов. В норме. Решено. Ах ты ж... У него же тут эти, блин, долбаные зенитки. Сожги ему зенитки, блин, чувак. Спасибо скажу. Неприятно, максимально неприятно это было. Он, конечно, мне тут помогает, молодец, блин, но... Эх, фига у него там... Ребята стоят. Так, ладно, пока караулим. Я думаю, тут я его приток лишил, но не скажу, что лишил, конечно, приток. У него там 4 харвестера было. Ваш приказ понял. Что скажете? Внимание!
Нужна армия. Придется пока почилить. Через не хочу, но придется почилить. Что за звуки, блин, а? Что за звуки живой природы? Куда ж ты полетел-то, а? Чертяка. Да-да, понимаю. Понимаю тебя, понимаю. Саживаем новые войска. Вот не... Вот если бы не вот эти козлы, которые тут стояли, блин, я бы прошел бы дальше. Вот просто надо было подождать его. Ионку надо было просто подождать и долбануть по ним. И все. Делов-то. Но я, как всегда, херню сделал. Моя максимальная ошибка. Сейчас приходится на попе ровно сидеть. Я понимаю, что они в строю, господи, ну что я сделаю? На попе ровно сижу, блин. Ты куда поехал? Даже не думай. Жди. Пока почилим. Смотри, какой упорный, а. Ждем опять Ионку. И нам нужна разведка. Нам нужна разведка. Я ж куда угодно могу долбануть, по идее. Он тут все отстроил, что ли, или нет? Нет, ничего. Вот это добраться, рукой подать, блин. Ну, там есть одно но. Что-нибудь до меня заблочит. Пошел. Недостаточно средств. Ястреб к бою готов. Есть. Че, рискнем? Все или ничего? Хотя бы один генератор у него забрать. И отступить. База врага.
Хоть джиггернаутов, не знаю, надо было просто построить, блин, и вот сдали его забрать. Понятно, вот и подвох. Давай теперь туда. О, тут уже ноды веселятся. Последний генератор остался. Лови. Джи-джи. Вышка снесена. Это было сильно. 25 минут. Плохо. Неплохо, что я могу сказать. Неплохо. Ну и у нас остается финальная глава. Какая она будет, вы уже узнаете в следующей серии. Ну а с вами был Риверс. Всем пока-пока. Скорой встречи.